Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Москву, добро пожаловать в столицу нашей родины, на Сапсан-арену, где все готово к началу матча первого тура нового сезона MLBET первой лиги, в котором столичный футбольный клуб родины принимает саратовский «Сокол». Ну что, стартовый свисток Ивана Абросимова, поехали, дамы и господа, всех еще раз с началом нового сезона, и давайте переходить к составам играющих команд, смотреть, что там сегодня нам Дмитрий Парфенов и Денис Бояринцев подготовили. Мыков на Ивана Тимошенко в центр. Заваливается Тимошенко. Нет, нет, здесь нет пенальти. Сразу Иван Абросимов руки разводит. Был он там рядышком с моментом. Повтор мы еще, конечно, посмотрим. Но мне кажется, что тоже здесь, да и Тимошенко особо не спорит. Но вот такая первая полувылазка москвичей поближе к чужим воротам. Знаешь, не знаю, с чем связано, но сейчас тренерский штаб Бояринцева... Удар 1-0! Астимир Гордюшенко! Вот так вот! Колдовала-колдовала родина. Возможно, совсем неожиданный был этот гол, но тем не менее открывает счет столичные футболисты. И именно Гордюшенко, говорили мы много про него, забивает первый в этом сезоне для своей команды гол и первый в этом матче. 1-0, родина выходит вперед. Вот так вот с правого фланга пришла атака. И, пожалуйста, выходят вперед москвичи. Да, здоровья мы желаем Даниле Ишкову. Калмыков мяч принимает. Амур Калмыков низом. Тимошенко подхватывает. Есть ли офсайд или нет? 2-0! Иван Тимошенко, нету положения вне игры. Дуплетом стреляет родина, как вчера торпеда, по сути. И Иван Тимошенко, лучший бомбардир прошлого сезона, расчехляет свою царь-пушку. И в этом году 2-0. Вот так вот. Еще пару сезонов назад он за Черноморец во второй лиге играл, а теперь одна из главных звезд первой. 2-0, Иван Тимошенко. Тимошенко дальше в сторону Колесниченко. Амур Калмыков мяч подхватил. Калмыков. Калмыков. Он штрафной уже. Сасин Гудков там рядом с ним. Амур Калмыков. Центр. Иван Тимошенко. Гордюшенко. Удар. Перекладина. И не заскакивает мяч. Вот это уже было совсем на тоненького. Это было совсем аккуратно. Ну и прям скажем, немножечко сейчас «Соколу» повезло, что называется, что третий не пропустили. А так, конечно, все было очень близко, но в любом случае. Фищенко, Мягчайшина, Тимошенко. Игорь Андреев принимает. Тимошенко в центр, удар, перекладина! Вот это лучший бомбардир прошлого сезона. На каком чутье он сейчас отрабатывал в этом моменте. И был близок к тому, чтобы свой второй уже в этом сезоне гол забить. Несмотря, возможно, на отсутствие свободного времени, на отсутствие там каких-то денег или что-то. Все равно ездит, все равно всегда с командой ее поддержит. Ой, Маньков очень неосторожно. Тимошенко ее успевает там постраховать. Андрей Евдокимов в этой ситуации свою команду очень неосторожно сыграл Никита Маньков сейчас. И могло все это совсем печально кончиться. Какой проход здесь организовывает Казанцев. Обратим внимание, как шел здесь. Шел до конца просто-напросто. Давай досмотрим. Эту атаку. Да, здесь выскакивает хорошо очень момент. И рядом со штангой мяч летит. Артем Воропаев из ниоткуда как будто бы просто взялся в этой атаке. Пятый номер родины. Но в любом случае, скажем так, обе команды пока лишь просто раскачиваются. Равно как и все. Ой, сколько какой Тимошенко. Это третий гол. Это Иван Тимошенко оформляет дубль. Сами себе футболисты «Сокола» привезли этот момент. И сами футболисты «Сокола» подарили возможность Ивану Тимошенко оформить дубль. И что? Вырваться на одну из первых строчек бомбардирского списка начавшегося буквально вчера сезона. 3-0, Иван Тимошенко, но дело пахнет разгромом. Конечно, здесь вот эта травма Ишкова, да, думаю, тоже сказалось. Ух, удар, перекладина, добить получится или нет? Отбиваются положение футболисты вне родины. Игры, к сожалению. И положение вне игры. Да, все верно. Положение вне игры там, но это было очень опасно. Ну вот он момент. Андреев смещается в центр. Можно здесь что-то придумать. Ух, хорошо на Руслана Куля играл. Куль в подкате. Андреев перехватывает. Куль успевает подняться. Куль, нету положения вне игры. А и вот это пенальти. Конечно же, здесь пенальти. Да. Ну вот, вот это к разговору вот о том, что все понятно, понимаешь? Куль, разбег. И Федоров подтянулся. Достал, казалось бы, этот мяч. Но не получилось. 4-0. Футбольный клуб родина громит «Сокол», и здесь все абсолютно понятно. Без каких-либо шансов, без каких-либо вопросов столичный клуб одерживает эту победу. Успешный старт, конечно, очень и очень удачный для московского клуба. Лихо команда Дмитрия Парфенова начинает, и звучит финальный свисток. Очень уверенная и достаточно яркая победа футбольного клуба «Родина».